Приветствую вас, друзья мои! Подойти к Колизею и прикоснуться к его древним стенам можно совершенно бесплатно. Но для того, чтобы попасть внутрь, необходимо владеть кое-какой полезной информацией, которая поможет вам на 100% попасть в Колизей. И я сегодня этой информацией с вами поделюсь. В последнее время в Риме частенько что-то меняется в лучшую сторону для туристов. Если раньше, подойдя к Колизею, было затруднено движение из-за большого скопления людей и длинной очереди, то сейчас эту проблему решили и сделали вход в Колизей по времени. Поэтому любой турист, желающий попасть внутрь Колизея, должен позаботиться о билете заранее. В высокий сезон я советую вам покупать билет онлайн. На сайте вы спокойно можете выбрать день и время, удобное для вас. Цена билета на сегодняшний день, май 2019 года, 12 евро, плюс 2 евро обязательный сервисный сбор за каждый купленный билет. На детей до 18 лет бронировать билет не надо. Ссылку на сайт, где можно купить билет, оставлю под видео в прикрепленном комментарии. И вот вы купили билет. Когда у вас запланировано посещение, подходите к кассе и обменивайте бронь с кодом на билет. Ребенок до 18 лет проходит с вами бесплатно, но вам нужно будет на кассе заплатить 2 евро – сервисный сбор за каждый билет. И не забудьте взять документ, подтверждающий возраст вашего ребенка. И еще, не оставляйте покупку билетов на самый последний день, так как их разбирают за несколько дней вперед. Уже в Колизее за дополнительную плату вы можете взять аудиогид за 5 евро 50 центов или видеогид за 6 евро. Тот и другой есть на русском языке. Ну а если уж вам все-таки не удалось купить билет, то тогда советую побывать на всех смотровых площадках, которые находятся у Колизея, и полюбоваться этим величием, которое сводит с ума миллионы и считается символом Древнего Рима. В мае в Риме все больше и больше можно заметить домов и стен, увитых плющом. Я сегодня иду в церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи послушать органный концерт. И чтобы попасть в церковь, мне нужно подняться по лестнице Борджиа. Прогуливаясь по улице Кавур, трудно не заметить это место. Лестница, здание и сквозная арка, которая приведет вас к церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи. В двух словах напомню вам, чем же знаменито это место. Эта лестница названа в честь того, кто частенько бывал здесь и поднимался по этой лестнице. Это Папа Римский Александр VI из рода Борджиа. Его до сих пор называют самым развратным Папой Римским. Он приходил сюда к своей любовнице, которая потом родила ему 4 детей. Сейчас мало что осталось от былых времен. Но, оглядываясь назад, можно представить, как все было. Уверена, что здесь был сад, фонтаны, розы. Впрочем, как и во всех виллах того времени. Сейчас же мы только любуемся прекрасным подъемом и зданием, увитым плющом, вспоминая при этом развратника Папу Римского Александра VI из рода Борджиа.
Сейчас мы находимся в церкви Сан-Пьетро ин Винколи. Это церковь V века, и посвящена она святому апостолу Петру. В мае каждую среду в этой церкви будет проходить бесплатный концерт органной музыки. Начало в 15:30. Те, кто планирует поездку в Рим в мае, обязательно приходите послушать концерт. Я слушаю музыку и рассматриваю церковь. И уверена, что ни один человек, побывавший в этой церкви, не обойдет своим вниманием гробницу папы Юлия II, создателем которой был знаменитый Микеланджело. Микеланджело начал работать над этим монументом еще при жизни папы Юлия II и планировалось создать более масштабную группу, но впоследствии этот проект был сокращен из-за денежных трудностей. Скульптура «Моисей» – это удивительно красивое творение Микеланджело и уже давно приобрело славу у ценителей высокого искусства. С 680 года в этой церкви находится эта прекрасная мозаика с изображением святого Себастьяна. Она была изготовлена в знак благодарности за прекращение эпидемии. Гробница флорентийского живописца и скульптора 15 века Антонио Палайола. На мраморной гробнице изображены два скелета. Они символизируют увлечение художника анатомией. Вот так скромненько выглядит церковь Сан-Пьетро ин Винколи. Загадочная дверь, лестница и сквозная арка, теперь уже ведущая на улицу Кавур. Я очень люблю гулять по спокойным и провинциальным улицам Рима. Вот одна из них – улица Бочина. Дойдя до конца, перед нами открывается вид на форум Августа и стену II века, которая в свое время отделяла форум от трущоб. Эта стена находится на улице Тор-де-Конти. Тенистая, тихая улочка.
по которой я бы тоже посоветовала прогуляться всем туристам. Даже в летний зной на этой улице всегда прохладно и свежо. Улица Тор-де-Конти приведет нас на Пьяцца дель Грилло. Кто-нибудь из вас смотрел итальянскую комедию «Маркиз дель Грилло»? Так вот, главный герой жил именно здесь, и прославился он своими чудачествами, которые всегда сходили ему с рук. С площади мы сворачиваем на улицу Кампо-Карлео, которая приведет нас на улицу Алессандрино. Совсем недавно я показывала вам эту улицу с высоты, когда была на рынке Трояна, а сегодня мы пройдем по этой улице. В Риме очень много уличных музыкантов и артистов, а в весенний-летний сезон, мне кажется, их можно встретить еще больше. Вот сегодня на Капитолийском холме целый концерт. Thank you.
Гидры меня пугает. Сейчас я поднимусь вот по этой лестнице и попаду в церковь Санта-Мария и Нарачелли. Но показывать вам ее не буду, мы уже не раз бывали здесь. Просто выйду в другую дверь, чтобы полюбоваться Римом с высоты Капитолийского холма. Очень красивые виды открываются с Капитолийского холма. Не пропустите это место! Когда гуляю утром, тишина, спокойствие, нет людей, и кажется, что находишься наедине с вечным городом. И это прекрасно. Но утром на камеру трудно передать масштабность скульптур и площадей Рима. А вот сейчас, когда туристы с любопытством рассматривают достопримечательности и находятся рядом с огромными скульптурами, есть сравнение человеческого роста и скульптуры. И вот сейчас просто отличная возможность показать масштабность и величие Рима. Площадь Уст Истины, и я направляюсь к Чирко Массимо. И опять поле, где когда-то был большой цирк, готовят к новому мероприятию. Побег за исцеление. Этот марафон проводят в Риме уже не первый год. С целью привлечения внимания к борьбе с раком молочной железы. И, конечно же, с целью улучшения здорового образа жизни. 4 дня с утра и до вечера будут рассказывать о правильном и полноценном питании, о правильной диете, о грибах и травах в нашей жизни, будут давать уроки йоги и танцев. Я читала программу, мне бы хотелось много чего послушать. Если у меня будет свободное время, я обязательно поучаствую в этом марафоне. А пока на Чирко Массимо идет подготовка полным ходом. Ну и как же быть на Чирко Массимо и не заглянуть в римский розарий? Дорогие друзья, приглашаю вас на минуточку, загляните сюда.
Напоминаю, что вход в римский розарий бесплатный. И напоследок, как всегда, несколько эпизодов из жизни самого античного парка Рима, из парка акведуков. А я на этом прощаюсь с вами. Спасибо вам за просмотр и за лайк. До новых видео, друзья!